мать, я не записал. Да, вот это мне было бы очень интересно. Нет, третий. Вот с ними. Вот связка. Какая же у них связка есть? Вархат. Вархат Буль. Скорее всего, Булка, Вокс, Блиц, Вархат и Хил, возможно. Интересно, кого Берп возьмет? Его никогда не банили. Я не видел за все чемпионат, чтобы он каким-то другим играл. Чтобы Рина банили у них? Да. Чтобы просто... вообще Сален Берп пинкер другом. Так, смотрим. Прямого дамага нет. Тоже не думаю, что это... Да. Видишь, Вальку нам убрали, у нас все сломалось. Не-не, наверное, Кобру тоже надо оставить. Блять, вот... Игорь, хреново, что ты больше никем не играешь. Можешь... Давай тогда я возьму Вархед, а вот возьмет Рина. Да, получится шило на мыло, блядь. Нет, не скажи. Рима как бы, блядь, тебя влетает быстро даже. Ну, думайте. Не надо. Давай, бери киллера. Кого? Киллера. Ну, как мы про говорили. Джемка. Просто я не вижу, кого он здесь хилить будет, на самом деле, если Рина нет, понимаете? Нет, меня уж точно нет. Давай, Рассел, давай я возьму Рина, вот ты так возьмешь этого, как хотел ты. Андрюх, возвращайся на Вокса. Дайте мне Рина. Рина, бери. Бери. Вархеда. Бери Вархеда быстрее. Экипировки проверяйте. Да-да-да-да, я чуть-чуть с другой не пошел. Экипировки проверьте. Пиздец, блядь. Они там, наверное, очень сейчас не знаю, ничего там проиграли. Знаете, что вы к ним в РК посудите, это же нигде не отражается. Давайте к ним все в РК зайдем. Как мы сегодня уже так играли. Ну понятно, да. Валька, Булка, блядь. А кому забанили? Рина, нахуй, да? А кем он играет? Вархедом. Вархедом, да? Короче, бастиона must have, блядь. А, ёпта, ёпта, ёпта. У меня бастиона нет теперь. Ну что ж, ничего страшного. Круто. Да, в них подвалку, короче, очень дохрена ульта. Вариантов, да. И для Вархеда, и для Вархеда хорошо им, смотри, блядь. Прямого дамага у них, по сути, какие у нас, блядь. Блиц должен быть постоянно мертвым. Да, кстати, иначе заебет. С Валькой и Бульварком и Воксом. Больше всего бесит Блиц. Все. Они не изберут это точно. Да-да. Регал с Воксом тоже бесит, кстати. Вот два человека. Так, не взяли. Аккуратно. Знаете, что у них Вархат, короче, сюда вот сразу бросает гранатку и тормозит. Так, они, что они нам? Уже... Что мы записались как-то, по-моему? Дроны. Минус один, вон. Нахуй. Хорош. Наверху, блядь. Пошёл, нахуй, стоит. Аптечка, кстати, 5 секунд, аптечка, кому интересно, блядь. 2 секунды до аптечки, блядь. Еще бить можно.
Я начал. Я первый урон нанес башню. Вокс будет шатать нам вверх, это однозначно, он как бы там и будет это. Он все время это делает, нахуй, да? Да. Внизу Валька внизу, блядь. Я понял, как они разделились. Кто вниз идет со мной? 10 секунд, вниз. Ладно. Не теряйся, не теряйся. Так, вижен забрали, смотри там. Вон ты сучка, блядь. Ну чё, Андрюха, иди быстрее за зеленью, блядь. Я тебя прикрываю. Давай, я пока держу. Чисто все, чисто. Бери низ. Так, я быстренько подхиливаюсь. Так, ребят, это очень аккуратно. За килами не бегайте, они засадники еще те. Так, ну чё-то. Где она, бля, я её не видел. А я блица не вижу. Вот что он делал. Кстати, да, он... Он очень серьезно играет. Вот он, хорошо. Ага, аккуратно, аккуратно, уходим, уходим. А чё уходим-то? А, арта уже все нет. Да-да. Тут уже, бля, особо бы не задефаешь, нахуй. Не вижу вверх, вижу вверх. Ой, наверх кому-нибудь, да? Наверх кому-то надо подойти. Давайте вдвоем уходите, а мы на мид ротируемся. И еще. Ну, кстати, мы низ с тобой отпустили, да? Да. Низ отпустили, они сейчас нам пизды, блядь, там дадут внизу, блядь. Я тебе точно говорю, блядь. Ну, похуй. Башню, блядь, сейчас оттачу. Я. У кого там шумит, нахуй? У меня. Так, ребята, отходим. С мида уходим. Низ, низ, низ. Да, низ. Кстати, они взяли артиллерию снизу, бля. Снизу артиллерия взята. Бля, блицуха. Ага, вижу блицуха. Внизу, 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 блицуха, внизу. СС Бульвар куда-то ушел. На мид вышли, Руслан, уходи, уходи, уходи. Так, я вниз бегу тоже. Бля. Кстати, почти убили. Они низ почти снесли. Ну не почти, но, блядь. Ну там каталка, бля, хули, бля. Он в тени стоит. Двое. Да. Рина, блядь, не вижу ихнего. Ой, этого, блица. Тут. А, вижу. Вижу, вижу, на вижу нашел. Вижу, вижу, вижу. Вон там. Он, бля, я к тебе бегу. Я к тебе бегу за блицом, бля. Все, не гонись, аккуратнее, не гонись. И его булка встречает. Так, ребята, к нам булка сейчас придет. Вниз. Смотрите, блядь. Да-да, булка идет. Ульту дали. Внимание, ульта есть. Булка заходит в спину, ребята. Внизу. Заходит, заходит, заходит. Живите, 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 живите. Что за звуки у вас там стоят? Ну низ туда тоже нет, Влад. Может не это. Я уже понял. Может тут дальше не это, блядь. Так, блядь. Хорошее начало, бля. Ну понятно, там все на миде вышли, на миде. Ну сразу стягиваются. Сносят фланги, а потом все остальное. Ну, наверное, они уже по красным будут расходиться сейчас. Да, у них еще сейчас есть. И мы два уровня сыграем. Один. Ну, сейчас будет опять два, нахуй. Так, красного они вывезли своего.
идут. По миду, по миду. Ничего, ты уясни, бля. Нихуя себе, бля. Охуеть, бля. Охуеть. Ёбаный в рот, нахуй. Ты нахуй отсюда, бля. Слушай, сосалка у них далеко работает, бля. Андрюха, не стой на этом, блядь, на респауне, бля. Пиздец, блядь. Ну они хорошо, блядь, зажимают, хорошо, блядь. Так, ушли вижу, забирать. Блять, ничем, блять, не сломали нахуй еще. Так, наверху, Вокс. Скорее всего, не одна. Скорее всего, там засада, блять, да, засада нахуй. Засада, засада. Телефарма, чё вы вообще воюете? Быстро закончим. Так, пиздец, походу, да? Да не то слово. Блять, никого. Смотрите, они сейчас дракон забирают. А, и как бы пошли его пройти. Ну, это не суть. Бля, я в шоке нахуй. Ничего, следующий раз нагнете, да? Нет. Можем попробовать донести, пока не такой. Взяли. Вы что ли одну сломали? Так, ребята, сверху, сверху идут по вижену. Это Валька снизу. Валька снизу, блядь. Если что, Вальку в первую очередь забираем. Охуеть. Игроков нет. Блиц, пошел на красного сам брать, блин. Я в шоке, блин. Короче, по миду идут. Тенями выходят. Твою мать. Где у них вокс-то, ебаный в рот, я не вижу, блядь. Все, мне пизды, блядь, задали. Все, блядь. Мы въебали нас. 10 минут 15 секунд. А, вы, блядь. Сука, блядь. Ай, блядь. Блядь, пиздец, натуре нахуй. А нас на сколько уровней-то, блядь, впереди были? 3 или 4. Они нас в 2 раза опередили по боку. Хуя, мы одного человека у них убили, блядь. Не, у них тактика это вообще, видишь, вверх-вниз по одному человеку и все. Они заставляют команду разделяться.
Красавцы, что могу сказать? Да, слушай, блядь, пиздец. Сильно играют вообще, блядь. Я в шоке, нахуй. Так, ну что там, подтвердить где-то надо, да?